Депутаты внесли корректировки и изменения в целый ряд нормативно-правовых актов и документов. Это правила благоустройства территории городского округа Щелково, положение об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, положение об общественной палате городского округа Щелково, решение о земельном налоге на территории муниципалитета. На заседании также депутаты продолжили работу по передаче и принятию в муниципальную собственность движимого и недвижимого имущества, необходимого для развития городского округа. Помимо этого, был заслушан доклад о состоянии окружающей среды городского округа, в котором были отражены результаты анализа качества основных природных сред – воздуха, поверхностных вод, животного мира. Был представлен перечень выполненных природоохранных мероприятий, а также намечены приоритетные направления и меры по улучшению экологической обстановки в округе. Председатель Совета депутатов Мария Тарасова отметила, что депутаты продуктивно поработали в летний период, было много встреч с жителями, все задачи, поставленные перед властными структурами, внесены в план работы и будут совместно с администрацией городского округа реализовываться. Важное направление деятельности в ближайшие месяцы – подготовка и утверждение проекта бюджета муниципалитета. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.